В ефірі телеканалу Репортер студія з вами Кристина Черновалова. І сьогодні ми говоримо про договір НЗЗУ з пологовими будинками. До нашої студії завітала депутатка міської ради та директора пологового будинку номер 1 Ірина Головатюк. Юзовпорська. Доброго вам вечора. Добрий день. Отож, розкажіть більш детальніше про нові договори, які заключають НЗЗУ та пологові будинки. Мы заключаем. Мы с 1 апреля прошлого года начали работать с НСЗУ. Мы заключили договора. Мы получили определенные пакеты. Мы получили пакет народы. Пакет по оказанию реанимационной помощи детям, пакет на оперативное вмешательство на женщин, которые находятся в стационаре, просто на стационарное лечение и на амбулаторную помощь. Это касается женских консультаций. Но больший акцент, безусловно, был сдвинут, и он сдвинут сегодня, это в сторону родов и оказания реанимационной помощи новорожденным детям. Но детальнее расскажу вам, потому что мы делаем сегодня прямые эфиры, стараемся в Инстаграме, в Фейсбуке объяснять женщинам и как бы их просвещать в плане новых финансовых моментов и вообще того, что происходит и как эта реформа отразится на, на конкретно затратах женщин в родах. В этот год, прошедший 20 тере 21, мы получали 8 тысяч триста двадцать шесть гривен, за одни роды, это касается и родов, и кесарево сечения. И в этот, в этот пакет 8000 тысяч входило что? Медикаменты, абсолютно все, которые мы используем в родах и во время операции. Не только медикаменты, но и стерильные материалы, которые мы приобретаем. Сюда входят также нитки и там одноразовые различного рода катетеры, и в общем во время операции это халаты, все, что необходимо. Мы приобретаем за счет денег, которые нам дает НЦЗУ. Женщина не платит ничего. Вот мы попытались вот этот год, мы закупили медикаменты, и я вам скажу, нам это удалось. Мы не берем у женщин деньги ни за медикаменты, ни за, за какие-либо другие. Касатель, касается это, если даже какие-то, допустим, возникают другие моменты, ну, отклоненные от протоколов, то у нас тоже есть медикаменты. Мы не прибегаем к тому, что мы просим у женщин деньги на медикаменты. Я могу вам сказать это с полной ответственностью. В нашем родильном доме все ус услуги, по оказанию помощи предоставляется за счет НЦЗУ, за счет денег, которые нам платит НСЗУ. Дальше. В эти 8 тысяч входит питание. Это 106 гривен в день. Мы тратим на каждую женщину, и мы проводим тендера, мы закупаем питание. У нас питание очень хорошее. Я, никто не жалуется. Я каждый раз э, захожу в палаты и интересуюсь. Я очень много бываю в родильных домах. Я потомственный врач, и для меня вообще нахождение в лечебном учреждении — это такое удовольствие, знаете. Я очень люблю свою, свою профессию. Вот получают они питание. В эти деньги входит зарплата врача, медицинской сестры, акушерки, детской сестры, детского врача, э, санитарок. То есть всех тех, кто проходит с этой женщиной, ну, кто, кто с ней работает. Налоги на зарплату. Это все эти 8 тысяч гривен. Сказать вам, что это много или мало, мы медикаменты мы укладываемся полностью, питание полностью, зарплата врача никаким образом не повышается, и мы на нее повлиять не можем, у нас нет возможности. То есть врач Средние медработники и санитарки получают, я не могу их даже поощрить, у меня нет денег на это. Там премии очень редко даем премии, если есть, есть возможность выкроить что-то. Ведь мы же закупаем еще канцтовары, мы закупаем моющие, мы закупаем бумагу, туалетную для рук. Мы закупаем абсолютно все хозяйственные нужды, веники. Ну как, это живой организм, родильный дом это. надо все как бы содержать, понимаете, надо обеспечить живучесть этого учреждения. Поэтому вот с этих денег мы все это покупаем. Немножко, так скажем, мы живем впритык. Ну, вот мы такие, мы стараемся. Э э э город нам платит коммунальные услуги, это газ, вода, тепло, мы все это, как бы, у нас есть определенные лимиты, мы за них стараемся не выходить, вот. Так что вот такая у нас работа с НЦЗУ. Пациентам не обижаем, врачи пока стоят в очереди на следующий. Сейчас они с первого анонсировали с 1 апреля 10 тысяч на роды, то ли роды, то ли кесарево сечение ну вот может быть но я вы знаете ведь время идет вперед может быть и цены на медикаменты повысятся мы не знаем поэтому как эти две тысячи повлияют на, уже на зарплату врачей не могу вам сказать но то что мы закупаем все очень хорошее и особенно шовный материал исключительно закупаем такой викрил такой как полисорб, это я говорю тем, может быть, кто знает, что это такое. Это американские нитки, турецкие нитки, румынские нитки мы закупаем. Мы пользуемся вот такими вот нитками, еще белорусские немного. То есть мы проводим тендер и закупаем, потому что нитки, это очень важно, какими ты ушиваешь, от этого зависит красота, ну, этих зон интимных, да, как оно заживает. Во время кесарево сечения от этого зависит во многом и исход операции, потому что от качества ниток тоже зависит э, результат. Чи кожна майбутня мама може скористатися цими послугами? Чи тільки в окремих пологових будинках є ось такі договори? Ні, ну всі родильні дома мають такі договори. Угу. Всі абсолютно. Ми приймаємо Всех женщин, желающих рожать у нас в родильном доме. В приемном покое висит объявление, где написано, отказов в госпитализации нет. Если человек выбрал наш родильный дом, мы с удовольствием его примем. Единственное, что хочу сказать, что существует одно но. Есть категория женщин, у которых есть тяжелая экстрагенитальная патология, ну, соматические заболевания, которые с которыми женщин нужно госпитализировать в перинатальный центр, в, в, областной, в областной родильный дом. Есть такая категория женщин. И mm -hmm. если конкретный человек обратился к нам и хочет у нас рожать, но мы видим, что у нее есть кардиопатология или другие такие моменты, когда мы понимаем, что мы можем столкнуться с ситуацией, когда мы, к сожалению, не сможем оказать помощь. Это не касается родов, это касается других моментов, которые могут возникнуть в родах. Поэтому мы таких женщин переводим в областной центр. Всех остальных, милости просим, я очень, мы очень рады всем, пожалуйста, приходите. А, Женщина может сама выбирать себе да. лекаря, который будет ее а, Ну, На самом деле нет. Я категорически против этого. Да. У нас в родильном доме э, находятся отделения акушерских: в первом отделении э, 9 родильных залов, во втором 3. Э, дежурят врачи высшей категории, э, которые работают в этих э, в, в родильных залах. В родильном отделении некоторые, ну, самый, наверное, молодой доктор, который там работает, это 20 лет стажа. Это самый молодой, То есть я э, приветствую профессионализм в профессии. и я стараюсь расставить так акценты, чтобы дежурные врачи, которые, бригада, которая работает, чтобы могла оказать весь объем помощи э, в любой ситуации. Деж есть первый дежурный врач, есть второй, и есть ответственный врач всегда, это более старший, более опытный. Дежурит каждый раз из детских врачей врач-реаниматолог, детский ненатолог. Врач-реаниматолог, вы понимаете, ребенок рождается либо здоровый, либо тот, которому нужна помощь. Здоровому ребенку доктор не нужен. Здоровый ребенок рождается, мы его сразу выкладываем маме на грудь, мы его укрываем, и он лежит с мамой два часа, потом ребенка взвешивают, одевают, и он идет с мамой в палату. Если бывают такие случаи, когда ребенок рождается сложный, и роды, все бывает. Поэтому нужен врач-реаниматолог, который вовремя окажет помощь. От качества оказания реанимационной помощи зависит здоровье ребенка. Поэтому доктор должен быть грамотный, должно быть все у него под рукой. У нас есть пакет на оказание реанимационной помощи, мы тоже получаем деньги за это и э, не нуждаемся мы в каких-либо медикаментах, чтобы докупали родители. И Куросурф, который стоит сегодня 48 тысяч, все. Вот мы сейчас закупили 50 флаконов за счет денег НСЗУ. То есть о чем мы сейчас говорим? Что может быть, на будущий год еще добавить что-то. И хотелось бы, безусловно. Потому что э, то, что касается пациентов, они обеспечены. А то, что касается медицинских работников, хочется все-таки, чтобы мы могли им добавить, стимулировать, премии выписывать, чтобы людям было интересно работать. Ну, интересно, в каком плане. Все-таки мы все люди и э, прекрасно понимаем, что финансовая часть... Э, Достаточно важливо для любого чоловіка, тому що діти, сім'я і так далі. Щодо кесарів, це тоже, це також входить у програму безоплатних медичних гарантій. Так, я розумію. Кесарів просто? Так, так. Звісно. Угу. Будь-яка тобто, форма родові це 10 тисяч гривень. Які послуги все ж таки залишаються платними? Чи нас, таких послуг немає? У нас немає Таких, угу. значить. пакет, который касается беременных, он только сейчас вот разрабатывается. Мы получаем деньги, но это скромная сумма. Поэтому, допустим, обеспечить женщин палаты патологии мы можем протокольно, да, вот то, что по протоколу какими-то медикаментами. Но женщины, которые находятся в палате патологии, могут что-то докупать, и потому что есть какие-то ситуации связанные с каким-то заболеванием, которые мы не можем обеспечить. Поэтому, что касается вот отделения патологии, это такой вопрос, который, наверное, будет следующим моментом для решения по, по НСЗУ для того, чтобы обеспечить и э, Патологии отделения патологии беременности тех беременных, которые там находятся. Еще хочу сказать несколько слов по поводу наблюдения в женских консультациях. Значит, с 1 апреля на каждую беременную, которая состоит на учете, по НСЗУ, мы будем получать по 700 гривен, мы разработаем пакет для каждой беременной. И анализы для нее будут бесплатные. УЗИ будет то, что касается протокола. Мы должны его выполнить. И мы должны предоставить женщине бесплатно. Если данная женщина захочет сделать УЗИ в любое время, вот она захотела, она может пойти где-то сделать. Это уже не наше. Мы по протоколу должны провести в определенные сроки беременности. Мы это будем делать. И анализы, которые она должна сдать по протоколу, мы тоже будем ей обеспечивать. Если у нее появится желание сдать анализ какой-то, какой там она хотела бы или где-то в другом месте, то это, пожалуйста, это ее личное желание. Но то, что касается нашего вопроса, то есть мы говорим о чем? Что сегодня будет обеспечена амбулаторная помощь, наблюдение беременных. Много, мало, мало, но будет обеспечено. То есть денег, конечно, вот в прошлом году мы получали всего 49 гривен на, на прием. Это ну, вообще ни о чем. В этом году, вот с 1 апреля, 700. И я думаю, что мы как-то сможем обеспечить этих женщин, но, к сожалению, это будет касаться ну, чисто протокольной ситуации, которую мы можем закрыть. И будем, опять же, мы знакомиться, что нам нужно больше, будем предлагать НСЗУ, будем с ними работать. Мы им, безусловно, посылаем свои пожелания и какие-то замечания. Мы как бы вот стараемся сделать так, чтобы было все-таки ну, правильно, наверное, и нарекания, чтобы на эту реформу не так много было, потому что много к ней претензий. К сожалению, мы в нее вступили, и значит, мы должны сделать все, чтобы работать с этой реформой и ее совершенствовать, потому что в любом случае следующий этап это страховая медицина. Вы сказали, что много претензий. Что это за претензии, в частности, может, у вас? Нет, у нас не то, что претензии, но мы, я хочу сказать, что мы работаем с ними тесно. Если есть какие-то недопонимания, что касается... Ведь мы же посылаем им... Для того, чтобы мы получили деньги, мы должны заполнить определенные там, пациентов на определенные uh, таблицы, где мы указываем пациентов, диагнозы и так далее, по которым мы получаем от НЦЗУ деньги. И есть моменты, как, когда у нас нестыковка, когда мы видим, что что-то не так, мы обмениваемся мнениями, мы звоним, они очень uh, как бы отвечают нам всегда уважительно. Письма наши, которые мы посылаем, рассматриваются, они нам отвечают. То есть мы работаем в системе вот такого обмена информацией. И хочу вам сказать, что ну, сразу ничего не бывает просто вот раз и все. Ко всему нужно привыкнуть, с этим надо прожить. Мы строим финансовые планы, мы, у нас есть очередные закупки, мы даже в этом году вот, запланировали. Вот учитывая что мы получим больше денег мы запланировали покупку дыхательной аппаратуры украинская дыхательная аппаратура но она неплохая даже очень хорошая нам подходит недорогая но мы купим два аппарата купим и это будет за счет вот этой добавки к, к стоимости каждых родов то есть вот эти две тысячи нам принесут определенные дивиденды я надеюсь. Дякую вам. Я нагадаю, сьогодні ми говорили про унікальний договір НЦЗУ з пологовими будинками. У нашій студії була депутатка міської ради, так а також директорка пологового будинку номер 1 Ірина Головотюк Юзурфпольська у студії була Кристіна Черновалова. До нових ефірів та гарного вам вечора.